Привет, люди. Это одна из тех посылок пришла сегодня, которую вообще не знаешь. Откуда? Ну, откуда знаешь, откуда она с Китая, но не знаешь вообще, что это такое. Не отслеживается никак. Поставили российский трек-номер, но трек-номера, который выдали трек-номер какой-то с одними цифрами. То есть, походу, просто письмо без трек-номера. И не отслеживалась она никак, поэтому совершенно я не знаю, что здесь. Потому что по мелочи заказываешь как бы много. А что здесь может быть? О-о-о! Здесь микрофон-петличка. Трек-номер у него был совсем другой. Вот такой вот микрофон с таким вот штрочком, который, как я знаю, меньше запутывается, чем обыкновенный провод. Будем снимать видео и пытаться записывать вот на такой вот микрофон. Не знаю, как будет, потому что иногда видео записывается, а аудио пишется не очень хорошо. Попробую снимать видео отдельно от звука, или вот так он выглядит. Не знаю, как он будет работать. Посмотрим. Ну, он, конечно, недостоин отдельного отзыва. Но, в принципе, если все будет с ним хорошо, то вы это поймете, просматривая мои видео. И если звук изменился, то, может быть, скажете в комментариях. Ну, не знаю, нечего тут тестировать, можно только сделать краткий отзыв. Вот такой вот микрофон фирма Даги. Ну все, на этом все. Спасибо, пока-пока. Подписывайтесь.